проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 138. Если мужчина был женат до обращения не на девственнице, может ли он стать священником? Ответ Игнатия Лапкина. «И сказал Господь Моисею» Левит, 21 глава, 13 стих. «В жену он должен брать девицу из народа своего, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу. Не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освящающий его». Апостольское правило, 18. «Взявший в супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную, актрису, ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом и никем в списке священного чина не может быть». Принято считать, что все, что было до крещения, предано забвению. Человек родился заново, и прошлое его не воспомянется. Даже бывшие до крещения разбойниками, как Моисей Мурин, становились пресвитерами. Ясно, что и этот побочный недостаток, бывший до крещения, не ставится в вину и не служит препятствием для рукоположения. И это справедливо. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.